Последние дни мая – время прощания со школой. В городском округе Люберцы звенят последние звонки. К этому событию особенно готовятся выпускники 11 классов. На празднике в 28-й школе работала наша съемочная группа. Завершились школьные годы для этих учеников 11 классов. Впереди новый этап жизни. А пока праздник в родных стенах и торжественная линейка. Для выпускников звучат песни, стихи и напутственные слова. Вы вступаете во взрослую жизнь. И, конечно же, многие из вас выберут тот вуз, который сами посчитаете там, где вы себя видите в будущей профессии. Конечно же, мы желаем вам всем удачи, чтобы получили дипломы. Протоколом номер 5 от 16 мая на педагогическом совете все допущены до итоговой аттестации. Мы вам желаем успехов, применить все свои знания, показать высокие результаты. Удачи вам! Белые банты и фартуки у девушек, строгие костюмы у юношей, рядом родные и друзья. Из 28-й школы во взрослую жизнь провожают 56 учеников. Для них наступает пора экзаменов, но выпускники чувствуют себя уверенно. Я сдаю экзамены русский, математику и общество. Настроение хорошее, я спокойна, потому что это этап жизни, который нужно будет пройти просто. Прощаться, конечно же, все равно такое настроение будет. Еще поплачем сегодня. Сегодня я закончил 11 класс, настроение у меня шикарное. Я закончил школу. Я выбрал свой путь дальше. Уверен в себе полностью, то, что сдам экзамены. Готовился к ним упорно, трудолюбиво. Конечно, не без слез, так сказать. Очень счастлив, что этот путь уже заканчивается. И будет начинаться новая жизнь. Теперь для выпускников звенит их последний школьный звонок. В 28-й школе 5 претендентов на золотые медали в этом году. Всего в городском округе 11 класс закончат 1500 учеников. Анастасия Кладинова, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.